Всем привет, дорогие гости, подписчики канала. Так случилось, что мне пришлось отсутствовать некоторое время как на моем канале YouTube, так и в городе. Был, так сказать, в продолжительной служебной командировке в местах не столь отдаленных. Как только вернулся, сразу же открыл свой YouTube. При первой возможности посмотрел, увидел много комментариев от вас. Вы продолжаете писать комментарии, постить, обращаетесь с просьбами, чтобы я снял какие-то места в Тбилиси. Постараюсь по возможности сейчас ответить хотя бы на некоторые из комментариев. Ну и вначале я хотел бы передать привет моей подруге. Она писала мне в комментариях. Спасибо за теплые комментарии, и даже немножко удивлен, что только сейчас увидела и нашла мой канал. Вот, ну, спасибо за подписку, за теплый отзыв. По поводу стеклянных труб, которые ты писала, Алиса, да, с этим все согласны. Все, кто живет в Тбилиси, все говорят о том, что эти стеклянные трубы и стеклянный мост, ну, они вообще ни в какую не лезут. Ни в какие рамки не лезут. Это так. Агафья, меня зовут не Тимур, меня зовут Вова. Вероятно, вы увидели комментарий от Тимура и решили, что меня зовут Тимур. Меня зовут Вова. По поводу поселка Дампало и аэропорта, ну, это находится немножко далеко от меня, я там не так часто бываю, но когда будет возможность, вероятно, уже после Нового года. Да, я записываю это видео, ну, на Рождество получается, да, сейчас у нас 25-е, так, вот. Ну, я постараюсь, конечно, снять, но не обещаю, что это будет в ближайшее время, у нас очень холодная зима, в этом году выдалась как-то так. Ну, и больше всего я удивлен комментариям из Австралии, конечно, от села Домохова. Очень рад, что смог доставить удовольствие, сделать приятно этому взрослому человеку. Человеку, кстати, 95 лет уже. Как он написал в комментариях, он живет в Австралии 95-го года, если я не ошибаюсь, по памяти. Ну, я буду часто снимать Гоголя. И, наверное, может быть, потому что я там живу просто. Я сейчас проживаю на улице Гоголя в доме, который раньше был 47-м номером, сейчас это 5-й номер. Дело в том, что нашу улицу разделили пополам, половину назвали улицей Гоги Давидзе. Это начинаем, вот если идти со стороны вокзала, проходишь хлебзавод, и первый перекресток, вот после этого перекрестка, в конце хлебзавода, дальше уже называется улица Гоги Давидзе. И отсчет идет как раз с той стороны, которая дальше от вокзала. Я живу в 5-м номере, бывшем 47-м. Поэтому я буду там часто ходить с камерой и поснимаю. Сейчас хлебзавода уже нету, он не функционирует. На этом месте сделали туристическую зону. Хостел будет там и развлечения для туристов. Вообще наш район полностью перестраивают. Это проект Каладзе, нашего нынешнего мэра. И Руслане будут перестраивать. Скоро вообще наш район будет выглядеть совсем по-другому. Хотел ответить на большее число комментариев, но, к сожалению, на протяжении 5-минутного ролика не успел этого сделать. В следующий раз обязательно постараюсь ответить тем, кому не успел. Отвечу Тимуру, Валерию и Владиславу. И еще одному пользователю, канал которого называется «Грузинская кухня по-домашнему». Кстати, могу предложить сотрудничество в раскрутке канала. Спасибо всем за теплые комментарии и за то, что поправляете меня. Я не являюсь профессиональным историком, не так хорошо знаю историю Тбилиси, поэтому с вашей помощью постараюсь быть более точным в будущем. Самые большие благодарности каналу «Грузинская кухня» за такие подробные комментарии и то, что меня поправляете. Ну, а всем, кому нравятся мои не такие профессиональные
ролики. Ну просто видео Тбилиси, в принципе, я запустил. Ставьте лайки, подписывайтесь, буду всем признателен и благодарен за ваши лайки, подписки и комментарии. Всем спасибо за просмотр, приятного вечера, дня или утра, у кого что есть.